Благотворительный фонд «Единение» совместно с председателем комиссии по туризму и народным промыслам окружной общественной палаты Галиной Рязановой провел акцию «Собери ребенка в школу». Это ежегодное мероприятие, сейчас в нем участвуют две семьи, в одной из них трое детей. Мы через сайт все заказали, отправили Галине, Сергею. Вот. И я очень рада, благодарна Одинцовскому, который все это сделал, их филиалу благодарна. Детям подарили все, что заказала мама. Канцелярские товары, конструктор, глобус, ночник, прописи, обувь и многое другое. Теперь к школе дети готовы. Дочка пойдет в 7-й класс, сын в 6-й. Сейчас он отдыхает в детском лагере, а младший станет первоклашкой. На этом не останавливаемся. Также у нас есть возможности, средства, и мы будем продолжать эту акцию в этом году столько, сколько успеем. «Собери ребенка в школу» – это не обязательно к первому. Мы можем также и в сентябре, и в октябре, и можем к Новому году что-то провести подобное. Ольга Дмитриева, Фарид Харитдинов, телекомпания «Одинцова».